В совещании приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заместители главы региона, министры, руководители надзорных ведомств, силовых структур и главы муниципалитетов по селекторной связи. Фальсифицированная продукция наносит огромный ущерб экономике края. Больше всего контрафакта на рынке пищевой и легкой промышленности, строительных материалов и алкоголя. Как отметил Вениамин Кондратьев, мало просто убрать подделки с рынка, необходимо заменить их качественной продукцией. Сбалансирована должна быть работа в том числе. Мы должны это продвигать. Отечественную продукцию, аналоги которой являются контрафактом. То есть вот здесь, тут быть поактивнее тогда, тут поактивнее. Выдавливать нужно контрафакт. Может быть, даже не бороться с ним, а выдавливать. Но системной, качественной работой. Тогда экономика будет расти. Уже легальная экономика, потому что мы за легальную продукцию, которая должна легально на самом деле и продаваться. И ей максимально дать сегодня рынок. Борьба с контрафактом – это вытеснение контрафакта с полок наших магазинов в целом с края. Вытеснение. Для этого, может быть, нужна огромная системная работа по продвижению отечественной продукции, продуктов и всего, что мы производим. Еще в прошлом году губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение в каждом районе создать специальные комиссии, которые будут следить за ситуацией в муниципалитетах.